Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Герман, и добро пожаловать в очередную серию по фантастической рыбалке, да. И мы снова с вами продолжаем играть в эту замечательную игру. И давайте я уже расскажу, что тут произошло на днях у нас. Много всяких у нас событий произошло. Ну, во-первых, у меня при ловле пиявки сломался ножик. Как это не печально, квестовый ножик, пришлось с ним распрощаться. Очень я его любил, но в итоге он покинул этот мир. Но покинул достойно. Он нарезал там 900 пиявки, по-моему, вообще красавчик. Или даже чуть меньше, ну пусть он где-то 800. Но все равно красава. Реально красава. Ножичек этот отпахал он достойно. И я все-таки, у меня появились денежки, я решил закинуть 100 рублей. Теперь я вам могу сказать с точной уверенностью, что 100 рублей это ровно 100 рублей, 144 валюты. То есть, так что, как бы, получается 144 валюты, соточка. Теперь я точно знаю, теперь вы тоже будете знать. И купил я себе ножик. Купил я себе ножик. Ножик хороший. Вот смотрите, какой ножик у меня. Ой, какой он красивый. Зубр называется. Ну, так сказать, пиявочки он нарезал где-то соточки две только. Но пока что он работает хорошо. Хорошо, родимый, работает. Этот ножичек пока что пашет нормально. Не подводит. Но я сейчас пока что пиявку не ловлю. Решил. О, блин, заговорился, ё-моё. Это все жара дебильная. У меня, кстати, жара, вы себе не представляете. У меня, короче, жара смалит в тени 37 градусов. Это просто жесть. У меня чистое небо, то есть ни облаков, ни ветра, ни хрена. Тупо вот как в Сахаре, знаете. Ну, в Сахаре там ветры бывают. А здесь вообще тупо вот ничего. Вот ветра нет, палит солнце. И этот, как вот, в тени 37 градусов. Это просто немыслимо. Я вам отвечаю, на солнце выходишь, это вам сразу печет, все жарит, вы как курочка на гриле жаритесь. Это жесть. Но это еще не предел жары, потому что в прошлом году в тени было 47, по-моему. Это пик в июле там где-то, 47 в теньке было. Представляете, сколько на солнце. Это просто жесть. И также ни ветра, ни хрена. 47 в тени или 40, или 46. Точно знаю, что 46 было. Вот 47 не знаю, 46 точно было. Да, жестоко. Ну так вот, поехал я вот сейчас, ловлю рыбца. Решил деньжат немножко подзаработать все-таки на улитке. Ой, на пиявке я денег потерял неплохо так. Было там 87 тысяч, осталось 70. Ну, еще плюс на наживку потратился, там 3 тысячи у меня ушло. И на переезд на базу. То есть это все 3 косаря мне стоило. Сейчас хочу заработать, ну, не знаю, хотя бы еще 1090. Ну, не прям, что вообще 90, а вот имею в виду, чтобы в общем было 90. То есть это еще где-то 20 тысяч. Сейчас, в принципе, идет дело по 1000. У нас идет по 1000 с каждой рыбы. Ой, ну что я там вообще туплю? Я вам отвечаю, это все жара, это все погода. У нас идет по... Вот, я ловлю садок, ой... И получается 2000 у нас практически кредитов. Это неплохо. Очень даже неплохо. Даже отлично получается. Но улитки у нас уже осталось мало, да, вот. Если посчитать, что полтинник, то есть у нас тут 2 садка, 3 садка у нас. Ну пусть. Сейчас мы уже почти наловили, да? Так. Нет. Короче, смотрите, сутка это 2 садка. 2 сотки это 4 садка. То есть здесь у нас 5 садков. Ну вот это будет 6, то есть 6. 6, 2 6, 12. 12 тысяч всего лишь будет. Надо посчитать на калькуляторе, потому что что-то я туплю. Поэтому давайте 6 мы умножим на 2000. Да, 12 тысяч получается. Ну это получается 12 тысяч, потом еще 2 косаря мы потратим опять на улитку. Опять будем ловить. То есть мы сейчас пока что заработаем только 10 тысяч. Так что нормально. Но еще мы вообще заработаем 14, потому что я уже 2 заработал. 2 косарика. Рыбец у меня клюет не очень часто, потому что нет палатки и нет нормального рюкзака. Поэтому я хочу накопить 250 тысяч по совету одного человека из команды. Очень такого хорошего.
И он мне посоветовал накопить 250 тысяч и купить нормальный рюкзак. То есть на 105 мест он вроде, или на 100, нет, на 105 мест. То есть рюкзак хороший, я вот хочу его прикупить. Реально вот, вот он такой нормальный рюкзачок. Но правда стоит он довольно-таки неплохо. Но пока буду сидеть на рыбце, ловить рыбца. А потом, когда придет время, я перейду на карпа. Все-таки у меня, я сейчас в команде, и мне команда хоть чем-то, да, в дальнейшем будет помогать. Ну, вообще не в дальнейшем, а вообще нам это помогает, советами или еще чем-нибудь. Ну, в основном, конечно, советами помогают. Команда это что хорошо, потому что, ну, вообще помощь очень классно. Ну, и ты команде, конечно, тоже отдаешься по полной. Там что-то ловишь, там на квесте на ком-то сидишь, вообще зависаешь. Вот как я, допустим, на пиявке зависал. 1000 штук поймал. Ну, это, конечно, не прям, что аж дофига. Ну, столько я прям вот за один раз я еще не ловил. Я на лабу там ловил немножко. Ну, я, по-моему, косарь, или может чуть меньше, именно для команды ловил, чтобы квест сделать. Но мы еще этот квест не доделали, но сделаем. Итак, что еще я хотел вам сказать? А, на рыбце, да, после рыбца, вот допустим, смотрите, вот мы вам сейчас рыбца, когда у вас будут более-менее нормальные снасти, можно пойти на карпа. Нормальные снасти это где-то на 120, на 140 килограмм, чтобы идти за карпом, потому что карп достигает, по-моему, 50 килограммов. А это, как вы понимаете, должны быть очень крепкие снасти, чтобы вытаскивать такую рыбу. Ой, поэтому придется покупать. Также, вот, по советам многочисленным уже и в комментариях вы мне писали, и писали, ой, какой, и в команде мне тоже писали, и Саня мне говорил, что надо качать ремонтника. Я прокачал все-таки ремонтника до 8-го. Не помню, в прошлой серии об этом вам говорил, не говорил. Но заметно, как, короче, снасти у меня стали меньше изнашиваться. То есть время износа резко сократилось. Это очень круто, честно говоря. Потому что, вот, допустим, крючок у меня оставалось тут вообще чуть-чуть тогда. И он очень много выловил мне рыбы, поэтому... Восьмой уровень ремонтника говорит сам за себя. Сейчас моя цель, я хочу ремонтника прокачать где-то до 15 уровня. И забросить на этом дело. То есть, короче, не качать его пока что больше. И качать потом уже тупо торговца. Торговца я буду качать где-то до 30 уровня. Это минимум. Потому что бабки, так как я не донат, ну то, что 100 рублей на нож сдонатил, это ни о чем не говорит. 100 рублей сейчас в наше время это не деньги. Поэтому это так вот 100 рублей. Пошел в магазин, купил там пачку сигарет, хоть я не курю. Пачка сигарет полтинник стоит. То есть вы только две пачки сигарет сможете купить. Вообще фигня. И то это самые конченые сигареты. Поэтому на 100 рублей сейчас практически ничего не купишь. Ну, в дальнейшем я, конечно, не хочу донатить еще на нож, но если такая ситуация будет, что надо будет вот действительно срочно мне сдонатить, то я это сделаю. Ну, у меня сейчас, в принципе, на еще один нож есть. Эта валюта чисто на нож, на еще один. Потому что мне только он нужен, и все. Для комфортной жизни мне больше, в принципе, ничего не требуется. Только ножичек. Потом, я думаю, потом... еще накопится валюта. Вот я достижение выполнил, еще 5 валюты упало. То есть мне надо 140 валюты на 2 ножа. Там 70-69, ну 70. 140 надо. Можно еще повыполнять достижения, и еще будет валюта. И так, одну свободную очку. Я его никуда не вкладываю. Так, вот, смотрите. Сейчас. Сейчас. Так, вот, вот это достижение выполнил, мистер крутой. 2500 рыб теперь, надо поймать. Ну, то есть, 1,5 косаря, еще 7 валюты дадут. Но это очень сложно, скажу вам честно, потому что вот я сейчас 650 еле поймал, теперь вот сколько надо поймать. Ну, я думаю, потихоньку, полегоньку это, конечно, выполнится. Потом вот это вот очень хорошее, хорошее это достижение. Очки навыка падают вообще, как радиомы. Это потом я буду пияву еще ловить. Еще на ней тоже неплохо так прокачаю. Так.
Что еще я хотел вам показать? За что тут еще валюту дают? Нет, это достижение. Вот это одно из самых бесполезных достижений, я считаю. Ну вот, кроме вот тут, где вот уже идут такие наживки крутые. Вот это тут все фигня. Так. Турист, это нормальное так достижение. Вот, за рыбака мне скоро еще упадет 15 тысяч кредитов. Это хорошо. Вот это тоже одно из самых бесполезных. Это вообще бесполезное достижение. Оно ни для чего не нужно. Баллы, статистику, это так вот и бред. Так, а где ж? Вот еще пасхальное можно повыполнять. Я его буду выполнять, но я не знаю сколько. Насколько меня хватит. Я хотел до 500 рыб выполнить. Но, если честно, я не знаю. Смогу ли я 500 зачетов поймать на тесто? Это, наверное, будет выше моего предела. Ну, посмотрим. Если будет все хорошо, то вот я до 500 дойду. Или до 1000. И все, и на этом я остановлюсь. Больше я не буду делать. Не, ну просто хотя бы вот до 500-ки. Тут уже, смотрите, валюты неплохо выходит 10. И тут 3, это 25 валюты вообще атас. И еще у нас выходит 6 очков навыка. Это если до 500. А если до 1000, то вообще получается 11 очков. Хорошее достижение. Тут еще вот подобавляли несколько достижений. Одно из них вот это вот неплохое. 25 тонн надо ловить, ух ты, блин, вот это, конечно, сложно. Ну вот, выловить 10 сом крупного веса, вот тоже вот, неплохо. Вот, короче, тут получается полностью весь комплект, какое-то удилище. Ну, тоже вот попробовать поймать, да, 5000 сомов, это ж вообще надо сумасшедшим быть. И это ж именно зачет, это не просто так. Ладно. Так, что тут еще такое? Ну вот лидер еще есть. Выполнить одно достижение. Но это вообще жопа, если честно. Потому что одно достижение, это только если вот это выполнять. Но это, как вы понимаете, вообще. Надо сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 3 миллиона рыбы поймать. Это просто офигеть. Все это время мы, конечно, на болтовню с вами потратили. Можно было рыбу половить, ну, ничего. Сейчас вот наверстаем упущенное. Кстати, рыбец очень хорошо зачетный в ночь идет. По крайней мере у меня вот прям так неплохо, блин. Скрипсы. Заходят, выходят, задолбали. Шап, не снимать видюк. Так. Ловим, ловим рыбца. Просто действительно надо, я что-то застопорился. У меня сейчас 14 уровень, надо как-то до 15 хотя бы за пару-тройку дневников качать. А то что-то, блин... Явка это, конечно, хорошо, но, блин, надо и уровень-то поднимать, да и деньги немного долбить, потому что так я на пиявке далеко не уйду. Кстати, на пиявке бабки вы не зарабатываете. Вы тупо... Ну, там вы получаете за садок за 65 рыб, у меня выходит там 600 кредитов где-то. Это или 500. 500 это вообще, это, наверное, минимум, а максимум это 600. Поэтому вы там не зарабатываете бабок. Вы на наживку очень много денег тратите. Но бабок вы там не зарабатываете. Вот я сейчас хочу, может, набить здесь на рыбце 1080. И потом даже, не, я хотел 90, да? Может, 90 там с копейками, чтоб, короче, остались на наживку, на пиявку еще. И еще потом приехать сюда еще. У меня были денежки, чтоб вот так вот было. Но, в принципе, есть альтернативный вариант. То есть на Подмосковье мотануть. Заработать 1700 денег, чтобы не тратить, чтобы круглая цифра была. Потому что на Подмосковье это переезд бесплатный. А там 1700 это, по-моему, 2 садка всего лишь поймать. 2 садка это фигня. Еще потратил на наживку там, по-моему, полтысячи. И все, 2 садка выловил и поехал. Ты уже заработал деньги на поездку себе. Можно и так, в принципе, поступать. Еще мне тут писали, короче, в комментах. Да и не только в комментах, а... Где-то мне кто-то говорил или кто-то писал, что типа, если у тебя любимая рыба, то тебе плюс 25% к этому, ну, стоимости к ее прибавляют. Если честно, я не знаю, правда это или нет, и не помню, кто мне это говорил. Может быть, кто-то из команды, может... Нет, в комментариях точно никто не писал. Наверное, кто-то из команды мне говорил, что
Если любимая рыба, то стоит она на 25% дороже. Так что мой совет вам, люди, дерзать вот 49. Идем отдаем. Но продать. Да. О, 2168, видели, да? Вот. 2 кэса получается. Итак, идем к рыбаку, идем в рыбы. Вот у меня рыба вот. Кстати, у меня я 2 килограмма ее поймал, вообще круто, мне повезло. Я даже подлещика еще так не поймал. Рыбец, вот у меня тут, смотрите, у меня подлещик, тут соперничает, улитка, рыбецка, да, как они меняются. Так тынь-тынь-тынь так между собой. Но у меня должен быть рыбец на первом месте, потому что я ловлю именно рыбца, чтоб у меня бабки капали. Кап-кап, денежки на карман, деньги были. Если денег нет, то и рыбалки нет. Если денег нет, бензин. Нет бензина в машине. Нет бензина, машина не едет, на рыбалку не поедет. Вот в чем вся проблема, в чем вся суть, в чем вся философия рыбной ловли. Вот в чем дело. Блин, да что ж такое, а? Ну все так 10. 452, может 450, что кубочка нормально там стояла. А, там даже, наверное, поглубже надо, немножко глубину немножко поглубже надо, и наоборот уменьшить. Обычно лежит. Я же говорю, сейчас я что-то подтупливаю, реально. У меня, блин, какой-то бзик. 55. Хватит тебе, думаю. Нет? Охренеть. Давай 58, детка. Во, нормально. Как я глаз алмаз, как я точно попал. Ну вот, еще у нас как раз пару садков. Бабки будут у нас маленькие. Бабосы, бабосы, на начальных уровнях вот этот заработок, я вам отвечаю. Капиталка. Капиталка вообще. Если вы не донат, вам тут только и зарабатывать. По-моему, 3 кэса вы еще тратите на удочку, на каждую. А мне скоро придется заменять и леску, и все остальное. То есть когда-никогда вам приходится заменять на снастях какие-то вещи, аксессуары. Ой, блин, ну катушку, да, там, понимаете, лес, крючок. Крючок приходится чаще заменять. Так что ремонтник, я вам реально говорю, вам поможет. Действительно. Реально, 90 тысяч догоняю. Даже, наверное, 95, наверное, сделаю. Потрачу 3000 на наживку, на пиявку. И потом смоюсь, поеду это как ловить пиявку. И буду ее резать. Наживку. И как раз еще достижение сделаю. Мне 7 очков навыка еще упадет. А пока 90 тысяч накоплю, уже думаю левел выйду. То есть пока что у нас 90 кэсов надо копить. Все будет нормально. Такс. Рабакс. Блин, кушать хочу, ё-моё. Вообще. Сейчас видео допишу, да пойду поем. Желудок, с кишки аж слипают. А желудок кричит. Герман, есть! Есть! Есть хочет. Реально. Типчик. Такой встал. Сейчас у нас пол... Нет, не пол второго. Сейчас 15 минут. Ну, вообще, ладно, насрать. Короче, час времени сейчас. Я встал. Не надо, сколько я встал. Короче, в итоге почти там ничего не ел. Там чаек крепкий, как всегда. И печенюшку там одну съел. Или две печенюшки. Вообще, как фигня. По-моему, в 11 или в 10 встал. А, кстати, я, короче, сейчас смотрю сериал, называется «Жизнь на крючке». Слышишь, что-то подперло меня, рыбу меч там ловят. Прикольно вообще. Люди там, ну это как бы съемки, да, знаете, там реальные работы. И всегда папарацци там с камерой лезут, тут дождь, там лупят, там капитана сносят или что там, чего-то морут там. Вы дети, уберите камеру, там такое дело. Вы можете посмотреть, кому там нравятся такие программы. И, типа в золотой лихорадке там постоянно. Берите камеру, не лезьте сюда, вот это постоянно. Я прикалываю прикольно. Бля, бля, ну прикольно. Можно посмотреть. Рыбу там ловят, это там ситуация, там шторм. Но только такая программа, там даже умирают люди. Поэтому я смотрел, ну не в это, я в какой-то, по-моему, лихорадке там парень. Ну, то есть Берингово море, там вода вообще шкодиная. И он что-то упал. И ну, короче, обмерз и умер. Там серия даже посвящена ему была.
этому парню, не помню, как его назвали. Билли. Ну, короче, как-то так вот. Не помню, реально, как имя у него было, но парень там погиб. Поэтому такая вот программа. Ладно, на этом, в принципе, все. С вами был Герман. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравилось. Вы также можете внести добровольные пожертвования, кошельки я оставил под видео. Всем до скорых встреч и пока-пока!